Добрий день, вітаю наших глядачів і пропоную зустріч з Ігорем Гержиком, який є начальником науково-дослідного відділу регіонального ландшафтного парку Тили-Гульський. Вітаю. Здравствуйте. Ігор Павлович, ми з вами повинні були зустрітися на березі лиману, але продовжуємо програму ось в таких умовах, зовсім не по весняному, але, мабуть, буде дощ, ми вирішили не ризикувати, і тому хочу спитати, по-перше, як зараз там, на березі лиману? Ми якраз дощ дуже чекаємо, тому що дощ зможе хоч якось поповнити лиман, оскільки зима була суха, маловодна і води мало. А лиман – це вода, прежде всего, і дощ – це пресна вода, це правильна вода, тому ми якраз дощ чекаємо. Взагалі, весенний період – це найінтересніший і найвідповідальніший період в житті природи, животних, рослин і, в частності, птиц, тому що весною осуществляється міграція, наприклад, птиц, розмножаються багато животних, у зайчат, у лисят, у інших животних вже з'явилось потомство. И мы этому чрезвычайно рады, то есть жизнь идет своим чередом. Поскольку весна – это гнездовой период, то уже загнездились многие виды птиц, у некоторых даже появились птенцы, такие как лысуха, поганка, другие виды у них уже птенцы, у лебедей вылупление произошло птенцов. Это нормальная жизнь природного парка. И вот у нас недавно произошло тоже интересное сенсационное событие. К нам в парк залетела стая розового фламинго, реал которого распространяется на азиатский континент, там Казахстан, на юг Европы, юг Франции, юг Испания, Африка. В Украине они единичные случаи бывали, залеты крайне редко. Был залет, был случай даже в 2017 году, 3 года назад, гнездование на севаше нескольких пар. После того они не гнездились, что-то им не подошло. И вот к нам на Тили-Гульский лиман залетела стая розового фламинго. Это произошло впервые для Тили-Гульского лимана. Поэтому список видов птиц, которые у нас обитают, добавился еще одним видом, тем более очень красивым, грациозным, интересным. Птица необычная, уникальная, ну хотя бы потому, что она занимает, пожалуй, первое место в мире по соотношению длины ног по отношению к длине тела. Второе, у нее необычный клюв, загнутый вниз, толстый, который помогает ей добывать беспозвоночных животных мелких, водорослей, которыми она питается. Они красивые, имеют розовый оттенок птицы. І ми раді, що вони посетили наш Тили-Гульський лиман. А так може бути не кожного року? Звісно, сам факт посещення Тили-Гульського лиману свідчить про те, що це об'єкт, ця територія дуже важлива для обитання птиц, яка може підтримати це обитання птиц. Тому що Тили-Гульський лиман – це один із найбільших водойомів України. Він по глибині глибше моря. Ну, Азовского моря, разумеется, потому что максимальная глубина Азовского моря равна 14 метров, а максимальная глубина Тили-Гульского лимана 21 метр. Поэтому это огромный водоем, длина его 60 километров целых, в самом широком месте он 4,5 километра глубокий, и он образует многочисленные в низовьях островная экосистема, колумулятивные косы, острова, где гнездятся в большие колонии. Тому чому декілька років тому гостро встало питання спасати Тили-Гульський лиман, які були загрози і яка зараз ситуація? Тили-Гульський лиман существует за счет реки Тили-Гуль, которая впадала в него исторически, но те действия, которые еще в 50-х годах и в 90-х годах, когда было распаивание земель, привели к тому, что река задамбована, перекрыта многочисленными дамбами, и вода проходит через небольшие вот шлюзы в весеннее время, но тут еще наслоился сухой год, потому что в природе есть свои климатические кривые, которые повторяются с определенной периодичностью. Плюс глобальные изменения, связанные с потеплением, с изменением климата, привело к тому, что в последние годы он стал высыхать. И для того, чтобы спасти лиман, возникла идея его связать временно хотя бы с морем, потому что он все равно изначально связан был с морем, вытекала вода. Сейчас запустить воду в море, потому что уровень воды его стал ниже, чем море. И для того, чтобы вот такими реанимационными мерами как-то поднять уровень воды и способствовать выживанию птиц, которым нужны острова, которые обводненные водой, и способствовать заходу рыбы и других гидробионтов, которые являются кормовой базой для тех же птиц. Ну вот этот проект сейчас отчасти он сделан, но там что-то не хватает финансирования, этим занимается администрация парка, директор, замдиректор, бухгалтерия. И вот я то, что в курсе, я знаю, что ожидается какой-то очередной транш финансирования для того, чтобы продолжать работы.
Парк – первая организация, кто заинтересован, чтобы эта стройка быстрее завершилась. Тем, чем быстрее завершится, тем лучше парку и лучше природе. Декілька слів про історію формування і роботи ландшафтного парку «Тилигульський». Він існує у двох областях України. Ми говоримо зараз про частину, яка розташована в Одеській області, а є частина парку у Миколаївській області. І ось Миколаївська адміністрація 25 років з часу існування. Ну, такий невеликий ювілей. Є можливість, мабуть, поздоровити колег. І через 2 роки готуєтесь вже к ювілею парку в Одеській області. Да, знаменательная дата, потому что эта история создания природоохранных территорий в мире вообще привела к тому, что создание природных парков, оно изменило менталитет граждан. Люди стали уважать свою природу, относиться к ней по-другому, не потребительски. И поэтому создание природоохранных территорий у нас в Украине очень важный момент, потому что люди знают, что есть такая природная территория, есть парк. Это не просто заброшенный какой-то участок. Есть парк, есть администрация, есть научный отдел. Парк занимается просветительской работой. К нам приезжают туристы, экологи, экотуристы. Приезжают бёрдвотчеры, которые очень модное сейчас движение во всем мире. Бёрдвотчеры – это любители наблюдения за птицами. Оно популярное, люди хотят увидеть своими глазами птиц, полюбоваться в природной среде, в бинокль и сфотографировать. Приезжают с очень мощной телеоптикой, телевизионной, с дорогой фотоаппаратурой, фотографируют и размещают в соцсетях. Это очень популярно сейчас, это просто даже выросло в соревнованиях, кто раньше заметит какую-то редкую птичку. Это очень хорошо, потому что это привлекает внимание людей к природе, наконец. И они понимают, что природа сама по себе самоценна, и что ее надо сохранять, а не относиться потребительски. И такая природоохранная территория, как парки, природные территории, в том числе и Тилигульский парк, способствует этому. Лиман один, мы его не делим, две администрации, потому что на той стороне Николаевская область, мы Одесская область, но мы сотрудничаем, выезжаем в совместные экспедиции, объединяем наши усилия, проводим совместные исследования. У них, допустим, больше специалистов ботаников, у нас больше зоологов. Мы объединяемся, делаем комплексные экспедиции регулярно. Поскольку это проводится уже немало лет, то у нас за ряд лет есть показатели по каким-то критериям, по солености лиману, по наличию биологических видов, и мы, выстраивая в график эти показатели, можем предсказать, что будет потом. То есть это очень важно, не прерывать эти исследования, делать их многолетними, ежегодными, и таким образом можно спрогнозировать, предсказать, что же будет дальше, чтобы человек мог вовремя среагировать. Ось як було з наповненням водою лиману. Так же, как и с каналом наполнением. Также, да. За 20-25 років вже в Миколаївській області, в Одеській області 23 роки, да, існування парку. З якими завданнями справились? Не допустили там якихось, мабуть, там зникнення видів чи інших проблем? Ну, во-первых, несколько территорий, которые скорее всего, были бы распаханы, они не распаханы именно благодаря тому, что они вошли в парк. Это целинные степные участки, натуральная та степь, которой гордится Украина, вот наша украинская степь с этими плодородными нашими грунтами, черноземами, но там произрастает целинная растительность, там произрастает символ украинской степи ковыль, там произрастают такие редкие растения, которые уже почти везде исчезли, они у нас еще есть, как тюльпан Шеренко, который является прародителем того культурного сорта тюльпана, который люди покупают в магазинах, выращивают. Это безвременник анкарский, это такие крокусы, как шафран сетчатый, это крокус. У нас произрастает подснежник эльвеза и многие другие виды растений, которые характерны для степи, но которые почти исчезли, потому что исчезла степь. И поскольку прибрежная территория Тилигульского парка – это степные участки на склонах, вот у нас-то степь и сохранилась. И хотя благодаря этому, что создался парк, мы сохранили эти участки и осуществляем не только охрану, изучение для того, чтобы понять, что происходит с природой и что будет дальше. Поэтому это важно. Розкажіть про види, про якісь дивини цього весняного періоду. Да, у нас обитають дуже цікаві види. От один вид, которого совершенно не традиционный для птиц, для такого усредненного представления о птицах. Например, ходулочник. Птица с невероятно длинными ногами. Она, как и фламинго, имеет очень длинные ноги, поэтому название свое ходулочник. Они ярко-красно-морковного цвета. Это из куликов. У куликов много видов, и вот ходулочник принадлежит к куликам. Он занесен в Национальную красную книгу, это редкая птица. Гнездится он на кочках.
То есть гнездо может быть окруженное водой, он натаскивает ветошь растительную и поднимает гнездо над водой и откладывает яйца, и таким образом гнездится. У нас гнездится шилоклювка, птица тоже совершенно необычной внешностью, она имеет клюв, загнутый кверху, узкий тоненький клювик, вот как у сапожника такое специальное шило, сапожное, загнутое кверху, поэтому название шилоклювка. Птица интересна тем, что, несмотря на то, что это кулик, она имеет перепонки. Для куликов не свойственны перепонки, это же не утки, не гуси, не лебеди, она имеет небольшие перепоночки и нежные голубые лапы. У нас обитает такая редкая птица, которая тоже занесена в Красную книгу, это морской зуёк. И еще другие виды, которые уникальны сами по себе, которых становится меньше, и они находят приют на заплавных вот этих участках, на аккумулятивных островах и косах. И охрана способствует тому, что эти птицы гнездятся у нас, они прекращают, и в некоторые годы наиболее благоприятно, их численность даже увеличивается. И вот когда подводнились острова, численность птиц увеличилась, потому что когда остров окружен водой, туда не могут заходить беспрепятственно собаки, бродячие животные различные, там лисы, хищники, естественно, еще хищники могут заходить, разорять. И остров изолирует, таким образом они себя чувствуют безопасно и гнездятся. Игорь Павлович, навколо парку живуть люди, розташовані села. Люди ведуть свою діяльність і якось живуть і виживають у цих умовах. Вони розуміють, яке різноманіття, як багатство розташоване рядом з ними. Чи допомагають вам зберігати це багатство природне? Ви знаєте, це як сніжний ком. Спочатку, коли був створився парк, люди не зовсім розуміли, що це таке парк, і що це буде далі, і, може бути, навіть боялися цього. А с каждым годом они видят работу парка, они видят, что сделано, они слышат наши рассказы о природе парка. Мы регулярно выходим с выступлением в коллективе, работаем со сельсоветами, мы ездим в школы, проводим лекции, викторины. К нам приезжают телевизионные каналы, снимают, это показывается по телевизору. Люди это смотрят, и каждый год меняется отношение, и к нам приходят люди, часто спрашивают, чем мы можем вам помочь, помогают. Вплоть до того, что вот мы убирали мусор, пригнали грузовик, мы загрузили его мусором, увезли на свалку. То есть акции по сбору мусора принимаем, в которых участвуют именно местные люди. Именно это очень важно, местные, потому что когда местный человек уберет, он уже не будет сорить, потому что он знает цену этому, понимаете? Поэтому каждый год улучшается ситуация, но, конечно, есть часть населения, которому это невыгодно. В конце концов, браконьерство никто не отменял. Это во всем мире в большей или в меньшей степени. У нас такое явление, конечно, тоже есть. Зараз навколо парка не тільки живуть люди, вони об'єднуються в громади. Чи простіше буде спілкуватися та взаємодіяти з громадами? Наверное, це буде удобно, на нова форма така громад. Да? Ми іщемо, як з ними сотрудничаємо. Понимаете, наша задача парка, як просвітительського центру, общатися з людьми і розказувати о цінності нашої природи. Тому що ще з тих времен, коли була велика країна, з совєтських времен, природу изучали в учебниках біології по джунглям Бразилії, по саваннам Африки. Люди хорошо знали, як виглядить і де бідають кенгуру. Но они не знали нашу природу, которая находилась под боком, рядом тут же. И наша задача еще и просветительского центра рассказывать. Если это громада, если это объединение, мы можем с ними сотрудничать в плане просветительской части, да, то мы этому только очень рады. Ну ось у рамках просвітницької роботи розкажіть, як нещодавно вас здивувало появлення незвичного для нашої території звіра? Да, у нас появился несколько лет назад, мы фиксируем уже появление шакала, среднеазиатский шакал, шакал обыкновенный. Он появился впервые в Украине, был зафиксирован не на территории парка, ближе к Молдавии он был зафиксирован в 1993 году, и с того года их фиксируют все чаще и чаще и чаще, и сейчас они заполонили, то есть они существуют и размножаются уже, прекрасно себя чувствуют. По всей Украине почти что, ну, по югу Украины, это точно, это шакал. На Тельгутском лимане они уже даже размножаются, потому что мы встретили щенков шакала весной. То есть они уже прекрасно себя чувствуют и размножаются. Шакал обыкновенный – это вселенец, это не коренная фауна Украины, он здесь никогда не обитал, это вселенец. И пришел он, как мы предполагаем, к нам с Балкан, как один возможный путь миграции, с Румынии, с Молдавии, вот с запада к нам пришел и прекрасно себя чувствует.
Это трудно расценить однозначно, хорошо это или плохо. С одной стороны, биологические виды пополнились еще одним видом, шакалом, да? С другой стороны, это вид, который природа не приспособлена к нему. Он прекрасно плавает. Мы боимся того, что он может переплывать на острова и уничтожать кладки птиц. Такой вариант возможен. Пока этого не было, вот в прошлом году у нас после пуска воды в лиман загнездилась, опять вернулась птица в больших количествах, гнездилась огромная колония птиц водолюбивых, и он не съел пока что, не было возможности, вернее, он не переплывал реально, не уничтожал кладки. Но такой вариант возможен. Они хорошо плавают и могут съедать яйца, птенцов уничтожать. Поэтому мы смотрим дальше, что из этого получится. Но вот такой эксперимент поставила природа. Почему он к нам пришел? Непонятно. Я думаю, что это связано с глобальным потеплением, потому что это теплолюбивый вид. И, может быть, поэтому и фламинго к нам пришли. Поэтому потепление, оно реально чувствуется, и мы видим изменения флоры, фауны. И по приходу этих видов к нам мы можем, так сказать, предсказать, что будет потом, и мы следим за этим очень внимательно. Ну, ми відчуваємо себе спокійно, тому що є фахівці, які на своїх робочих місцях слідкують за ситуацією, де потрібно зберігаються, де потрібно і б'ють тривогу. Тому бажаємо вам успіхів у роботі і поповнення флори і фауни